Орхидею, в принципе, как и любые другие цветы, периодически нужно пересаживать. Это нужно делать именно потому, что со временем субстрат разлагается, его воздухопроницаемость уменьшается, он становится влагоемким, и от этого корни растения портятся. Плюс к этому, от постоянного полива нашей жесткой водопроводной водой субстрат засоляется. Но и наоборот, часто пересаживать растение тоже не нужно, так как сама пересадка – это стресс для растения. Поэтому самая оптимальная периодичность для пересадки – это раз в 2-3 года. Иными словами, обязательная внеочередная пересадка фаленопсиса нужна, если кора превратилась в труху, или растение было так сильно залито, что корни начали гнить, или же корневая система переросла горшок, и корни начали прорастать даже через дренажное отверстие. Ну а самым правильным временем для пересадки орхидеи является весна, так как именно весеннее солнце сглаживает стресс после пересадки. Итак, первым делом я аккуратно достаю орхидею из горшка. А для того, чтобы ее было легче вытащить, я немного руками приминаю стенки горшка. Заметьте, что чем сильнее развита корневая у фаленопсиса, тем крепче она держится за горшок. То есть, тем ее труднее вытащить. Поэтому, если у вас не получается ее достать, то просто разрежьте горшок. Далее, после того, как я достала всю корневую, я очищаю корни от остатков субстрата и осторожно пальцами в направлении снизу вверх распутываю корешки. Если же они сильно переплетены между собой, то можно просто налить в емкость немного теплой воды и опустить их туда минут на 15 отмокать. Только не погружайте туда всю орхидею вместе с листьями. Следующим шагом, после того, как я очистила и распутала корешки, я кладу растение на разнос и внимательно осматриваю корни. Если вдруг есть гнилые, то есть такие коричневого цвета корни, или же сухие, то я их удаляю. При этом, если же повреждена часть корня, то я просто отрезаю ее ножницами до здоровой ткани. После таких процедур будет лучше присыпать ранки углем. То же самое касается и старых сухих листьев. Если же такие есть, то их тоже нужно убрать. Для этого нужно сначала разрезать листок посередине вдоль, а затем, потянув его за разрезанные концы в разные стороны, снять его со стебля. Таким образом мы не повредим соседние листья. То же самое касается и сухих или же пожелтевших цветоносов. Их нужно просто отрезать, оставив небольшой пенек. Ну а что же касается посадочного грунта, то у меня это профессиональный набор компонентов для орхидей, который состоит из сосновой коры, мха сфагнума, древесной щепки, угля и агроперлита. Сначала я на дно горшка примерно на 1/3 укладываю дренаж. У меня это куски пенопласта. Затем смешиваю древесную кору и древесный уголь. При этом мелкую фракцию коры я отсеиваю, так как для эпифитных орхидей она не используется. Ну а после того, как все готово, я усаживаю фаленопсис таким образом, чтобы он оказался в центре горшка. Под основание ему кладу небольшой кусок пенопласта и порциями засыпаю субстрат, периодически постукивая горшком об стол или же слегка рукой по стенкам горшка. При этом, если же его стебель неровный, а слегка косится на бок, то не обязательно сажать его в центр. И не старайтесь выпрямить стебель, подвязав его или же чем-либо подперев, он все равно со временем завалится на бок. Обратите внимание, после пересадки орхидея не должна шататься. Кстати, лучше брать прозрачный горшок, так как свет должен попадать на корни. Да и в целом так будет проще ухаживать за ней. То есть вы будете видеть состояние корней и сможете безошибочно определять, когда нужно поливать. А в завершение, то есть уже поверх субстрата, самым верхним слоем, укладываю мох сфагнум. И, наконец, после пересадки не поливайте орхидею примерно неделю. А уже в дальнейшем, то есть при регулярных поливах, всегда обращайте внимание на то, чтобы в пазухах листьев
И в самой сердцевине фаленопсиса не оставалось лишней воды, иначе же может начаться загнивание. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.